прекрасное будущее, но мы объявляем о начале основного турнира. Вторая пара вечера. Весовая категория до 67 килограмм. Правило «Живро». Рефери в ринге Александр Лобин. Красный угол ринга приглашается из Красногорска. Друзья, двигаемся дальше, и начинаются бои основного карда. Весовая категория до 67 килограммов. Красный угол — это Андрей Абдеев, соответственно, у него красные перчатки. Его оппонент — Владислав Ляшенко. Черные шорты, черные перчатки и синие тейпы. Итак, у нас правила G-Pro. Но для простоты можно сказать, что это те же самые правила K-1, практически идентичные. Нет ограничений на ударную технику, можно работать коленями, пробивать лоу-кики, пробивать вообще удары ногами по всем уровням. Ну и, естественно, боксерская техника в арсенале бойцов, именно как техника работы руками. Практически на нашей комментаторской позиции сейчас проходят бои.
Ну, первым номером очень активно вперед идет Андрей Авдеев, работает. Но это только начало поединка. По регламенту у нас 3 минуты, 3 раунда по 3 минуты. Соответственно, силы нужно разложить на всю дистанцию. Всегда сложно открывать турниры. А несмотря на то, что у нас был разогревочный бой, все-таки первый официальный поединок сегодняшнего вечера как раз в исполнении ребят, которые сейчас непосредственно находятся в ринге. Ну и такое ощущение, что сейчас инициативу перехватывает Владислав Ляшенко. Пошел он вперед. Ну, я думаю, что поединок так и будет развиваться на встречных курсах. Спортсмены приблизительно равны, это очень конкурентный бой. А парни, бойцы высокого уровня, много выступали. Но это все-таки поединок по профессионалам. Минимум защитной экипировки. И в отличие от любительских боев, профессионалы в первую очередь, их действия профессионалов оцениваются именно по тому ущербу, который они наносят своему оппоненту. Но вот одно из отличий правил G-Pro, которое мы сейчас видели, в углу Андрей Авдеев прихватил своего оппонента. По правилам G-Pro такой клинч, дозированный клинч, он разрешается. Если по правилам K1 клинча нет вообще никакого, то вот у нас клинч разрешен. Вот мы видим очень опасное техническое действие. Прихватил Андрей Авдеев оппонента и нанес удар коленом. С разворота это всегда очень эффектно. Удары, амплитудные удары, конечно, и когда они проходят, это всегда украшение поединка. Ну а у нас тем временем подошел к концу первый раунд, и боксеры расходятся по углам. Так, давайте посмотрим наиболее яркие эпизоды турнира. Наиболее яркие эпизоды прошедшего поединка. Вот сложно сказать, кто победил в этом раунде, кто забирает этот раунд, потому как достаточно ровный был бой. На мой взгляд, Андрей Авдеев был... Ну, немного, совсем немного лучше. Смотрелся получше в первом раунде. Но у нас впереди еще 2 раунда, поэтому все очень быстро может измениться. Это все-таки ударная дисциплина, боксинг, любое точное попадание может поставить точку в любой момент. Итак, второй раунд. Андрей Авдеев, красные перчатки, красный угол, и Владислав Ляшенко, соответственно, синий угол, перчатки с синим тейпом. Ну и черный шорт. И вот, друзья, то, о чем я говорил. Практически в первом же эпизоде левый боковой очень точно приходит в цель, и рассечение. Владислав Ляшенко, конечно же, сейчас будет показывать, что он готов продолжать бой, но опытнейший дядь Саша Александр Бабин останавливает этот поединок. Я думаю, что все справедливо, вы видели сами. Очень-очень тяжело вставал Владислав Ляшенко. И к тому моменту, когда рефери в ринге отчитал до 10, Владислав Ляшенко, ну, на мой взгляд, бой продолжать был не готов. А так как это профессиональное правило, то можно было ожидать еще больше попаданий, тяжелых попаданий, которые привели бы к еще более тяжелой травме. Но здесь все очевидно, с победителем. Ринг-анонсер всего лишь
закрепит этот результат, оформит этот результат, подняв руку. Так, выше нас светится. От радости. Спортсмена из красного угла. Давайте посмотрим повторы, как это было сделано. Конечно же, великолепно. Великолепно все просчитал Андрей Авдеев. Удар middle kick в область печени, отвлек внимание. И затем левый боковой, левый кросс, который, собственно, и поставил точку в этом бою. В этом поединке во втором раунде техническим нокаутом победу одержал боец из красного угла Андрей Авдеев! Красногорск! Ярополк! Александр Мокин. Красный.